Всем здравствуйте! Прошло 8 лет, как ушла из жизни известная певица Жанна Фриске. Вот только скандал, касающийся наследства и потраченных средств фонда Жанны, не утихает до сих пор. Отец певицы Владимир Борисович и сейчас обвиняет несостоявшегося зятя телеведущего Дмитрия Шепелева в растрате. Фриске считает, что телеведущий транжирит деньги шестилетнего сына. Адвокаты Владимира Фриске заказали полную выписку со счета, на котором хранится часть наследства маленького Платона. По словам отца артистки, деньги, доставшиеся мальчику после потери его матери, по частям снимает Дмитрий Шепелев. Около 2 миллионов рублей ушло на адвокатов, которые защищали Шепелева в процессе против семейства Фриске. Чуть менее 3 миллионов списаны как оплата школьных нужд ребенка. За годовое обучение 6-летнего мальчика в нулевом классе он заплатил 1,5 миллиона рублей. Где вы видели такие школы, пусть даже они элитные? За поступление он внес еще 467 тысяч рублей. Медицинское обследование стоило 42 тысячи. Школьная форма – это еще 20 тысяч. Откуда такие цены? Мои юристы предполагают, что часть он кладет себе в карман, заявил Владимир Борисович. Напомним, что часть особняка в Подмосковье, которая после ухода Жанны отошла ее родителям, была продана судебными приставами в счет погашения долга перед благотворительной организацией. Эту долю, согласно документам, выкупил сам Дмитрий. Часть средств на приобретение недвижимости, по словам отца Фриске, взял со счета Платона. «Он уже в общей сложности списал больше 6 миллионов рублей», – возмутился отец Жанны. Владимир Борисович объяснил, откуда на банковском счете, о котором идет речь, появились деньги. Как оказалось, после того, как Жанна не стала, родители продали ее квартиру в Майами. Сумма сделки составила почти 500 тысяч долларов. Средства должны были поделить между родителями артистки и ее сыном. «Мы с женой теперь уже, к сожалению, отказались от доли в пользу Платона», – заявил Владимир Фриске. Адвокаты Фриске считают, что такими темпами от наследства Платона через несколько лет ничего не останется. Будем надеяться, что рано или поздно череда скандалов в семье Фриске и Шепелева поутихнет, и Платон сможет наладить отношения с семьей матери. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!